Дорогие друзья, приветствую вас на канале компании Купи Салон, крупнейшего автомобильного ателье в России. Мы, как всегда, занимаемся тем, что делаем сиденья более удобными, автомобили более привлекательными, индивидуальными. И перед нами новый автомобиль BMW X3. К сожалению, машины калининградской сборки марки BMW не всегда оснащаются такой очень полезной и важной опцией, как пневматическая поясничная опора спины. Мы довольно часто рассказываем об этой опции. Это уникальное решение, являющееся коробочным установочным комплектом. Наша компания его производит и готова устанавливать в любые автомобили, в том числе и в немецкий. И в этом автомобиле мы как раз произвели такую установку. Она заняла у нас приблизительно 1 час времени и абсолютно не отличается от подобной же заводской установки. Кнопка была установлена в пластиковый кожух сиденья, а поясничная опора выдвигается вперед и смещается вверх или вниз в зависимости от того, на какую кнопку мы нажмем для управления надуванием или сдуванием двух пневматических подушек, которые как раз и создают вот этот вот эффект. Зачем это нужно? Очень просто. Поясница не устает, спина остается в тонусе, кровоток в мышцах продолжает работать в нормальном режиме. И, естественно, через час, два, три часа после продолжительной поездки или отстаивания в пробке вы выйдете в тонусе, в силах, и вам не придется делать какие-то упражнения для того, чтобы привести себя в норму после того, как спина закаменела. Само собой, такое решение благотворно сказывается на здоровье. И если у вас уже есть какие-то проблемы со спиной или вы сталкивались с тем, что в длительных поездках ваше сиденье не очень хорошо влияет на тонус спины, мышц спины, то это решение придется как-никак кстати. Ну, само собой, установка подобного решения может происходить как в автомобиле на территории, что называется, заказчика. Мы можем приехать к вам, осуществить эту установку. Можем, естественно, этот установочный комплект отправить в любой регион. Допустим, вы являетесь установочной студией или дилерским центром, мы вас обучим, как осуществлять подобную установку. Ну, если у вас руки, что называется, растут из правильного места, вы можете в таком случае и сами осуществить установку этого решения. А мы будем рады ответить на все ваши вопросы. В описании к этому видеоролику вы найдете ссылку, описывающую этот продукт, а также ссылки на видеоролики, посвященные поясничной опоре и ее установке в разные автомобили. Ну и, конечно же, заказать этот продукт очень просто. Внизу в описании вы найдете адрес электронной почты и телефон, по которым можете связаться всегда с нами. А для того, чтобы следить за нашими успехами и смотреть новости про другие наши продукты или про наши успехи с установкой поясничных опор, там же в описании вы найдете ссылки на наши аккаунты в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и на drive2.ru. Удачи всем! Пока!